Так. В предыдущем выпуске Алексей предложил интересную концепцию. А, про детей. Да, что дети – это хорошая инвестиция. Ну да. Вот. Ну да. То есть как-то, по-моему, это не совсем верно. То есть ты заводишь. Как детей вообще как заводят? Нет. Так, ну это сейчас так. Сейчас заводят детей как животных. Вот. Ну да, так вот, по-моему, их и надо как животных заводить. Потому что это получается как свиней. То есть ты, значит, себе покупаешь свинью, значит, в нее инвестируешь как бы корм, а потом ее кушаешь, да. То есть вот требовать от детей, по-моему, это нельзя. Нет, если человек что-то добился в жизни, имеет возможность помогать родителям, да, это так. Но то, что он обязан, это. Вот я кота взял, к примеру, себе. Мне. Вот что от него? То есть я его кормлю, убираю за ним какашки, да, там. То есть, некоторые неудобства он доставляет, что я не могу никуда уехать, но что я получаю? Я его очень сильно люблю, да, то есть, и он мою жизнь, наполняет смыслом отчасти, да, и он просто доставляет мне много удовольствия. Вот, и все, это достаточно. Вот он, мы один-один у нас с ним. То есть, я его кормлю, и я же его, гада, люблю, а он как бы ничего не делает, он просто есть. Но он тебя тоже любит. Ну да, он меня любит, но он просто есть, как бы, и все. Но он любит, как бы, потому что как-то вот. Да, он спит на мне. То есть мне это нравится, и все. То есть я от него ничего не требую. То есть я же не жду, что вот он какие-то труды мои, да, просто. И опять же, детей так же, ты родил ребенка, тебе должно нравиться вот само воспитание, там его, там, не знаю, ходить с ним куда-то. Может, общаться там и так далее. То есть вот это и есть уже. То есть требовать чего-то в конце взамен, как-то это требовать нельзя. Вот, то есть и как должно воспринимать тоже. Таким образом, получается, что у нас сейчас, от кого я слышал, в основном про детей, это какая-то обуза, спиногрызы, да? То есть, когда они в школу пойдут? Во-первых, надо признать, что 80% людей – это тупые люди. То есть, к сожалению, да, то есть тупые, как бы, стадо. Я извиняюсь, да, вот стадо, извините. И в этом отношении осознанности нет. Да. Но как бы я считаю, что эволюция человека – это от стада, да, стать орлом. Да, то есть ты был стадом, да, стань орлом. Понимаешь? То есть так жестко, как бы, да, не очень приятно. Но в то же время, а как по-другому, да? То есть ты, соответственно, орлы, они как рассуждают, что ребенок – это существо божественное. Я считаю, что ребенок – это учитель, который приходит в твою жизнь, научить тебя, потому что ты его родил, и единственный человек, который скажет тебе правду и будет говорить, не имея ничего взамен. Понимаешь, да? То есть, как бы, да, соответственно, ребенок это учитель, и учителей должно быть много. Не, просто обычно я когда спрашиваю людей, зачем ты вот, кто-то говорит, я хочу там детей. В основном девушки так отвечают. И дальше эмоционального всплеска. Ну как, это же ребенок? Как бы для меня это не аргумент, потому что я кандидат наук, да, и мне вот это, мне надо обосновать, если здорово, опровергнуть, доказать, да, то есть все должно быть четко. Вот. Опробировать, так сказать. Я почему я должен буду верить, что это же ребенок, и что дальше, то есть... Понимаешь, женщины существа эмоциональны, то есть надо просто понять, очень простая концепция, здесь, к сожалению, я уж думаю, добавить, может, логотип, еще знак вот этот инь-янь, знаешь, вместо этих кружочков еще инь-янь такой добавить, знаешь, такой. Это будет вообще убийство просто. Просто убийство. То есть получается, сколько. Apple у тебя купит его и заменит. Свой говёный логотип. В принципе, это, мне кажется, похоже на правду. На перспективу. На перспективу. Да, но я не продам. Да. Я не продам. Просто надо просто. Тебя убьют. Надо просто Apple как бы. Купить, да? Сделать им такой логотип. Да. Ну, то есть, просто заменить. Стив Джобс. Заменить. Причем, знаешь, есть такое подозрение, просто что... Просто как будто, знаешь, он говорит, понимаете, заменить. Я русским языком говорю, заменить, пожалуйста. Не могу смотреть уже на это яблоко гребаное, да? Просто заменить. Ты знаешь, я тут телефон поменял себе такой. Слушай, давай запишу. Да никак, зеленую просто нажимай, и сразу мне звонишь. Просто. Чего? Просто зеленую нажимаешь. Два там. Председатель планеты Земля и зам председателя планеты Земля разговаривают. Просто зеленую нажимай. И сразу мне звонишь. Это как у бабушек, да, это экстренный вызов-то. Да. Если умираешь, там. Внучара! Приезжай! Скажу, где зарыт клад. Кастрюли тебе на свадьбу подготовила. То есть, так и получается, что 20 лет,
какая-нибудь кассирша из Пятерочки, да, уже с двумя детьми, да, и сидит, короче, такая. И вроде и молодости нет, и непонятно зачем. Дети растут. Ну, то есть, как дети? Почему у нас вот Рыбацкие всякие, да, вот эти все районы, ну там гопники, да? Потому что а чьи они дети? Тех, кто приехали отстраивать Петербург после войны. Вот, собственно, если человек, вот, допустим, у нас там сейчас в той же, на той же Народной, да, стоят компании, там, пиво, не пиво, туда-сюда, то есть, ну, и в их семьях растут дети. То есть, они, для них это норма поведения, да, то есть, папа, он вечером не идет, там, играть, не знаю, в гольф или там в театр, да, с ним, а где папа? А папа там пиво пьет, да, то есть, и он понимает, что это такой образ жизни. Я даже по себе смотрю, то есть я узнаю такие вещи, что у нас в Питере проводятся какие мероприятия, то есть я понимаю, насколько я вообще просто оторван от реальности, ну то есть сколько всего интересного проходит, просто даже на Казанской 7, там оказывается есть подвал, в котором реальные квесты проходят, то есть там, то есть, ну как будто это комната, надо выбраться, там какие-то ключи, подсказки, вот там, да, то есть сколько я там работаю, как бы, да, получается, ну, ты там тоже, ну не знал, да, этого, наверное, там подвал какой-то, то есть, просто вот под носом, может быть, соседний комнате там тоже какая-нибудь проводится. Ну да, то есть даже наша передача в каком-то смысле это некий квест, который, то есть человек вот смотрит, да, то есть вначале там вот какие-то дебилы там собрались, что-то говорят про бизнес, кто они такие, давай до свидания, да, а потом начинают какие-то вычленять вещи там, да, интересные. Я вам более того скажу, что вы должны записывать тоже такие же видосы, да, вы должны развивать, то есть, да, общение, то есть собрались, допустим, да, там за кофе, выложите в Ютубе, вот, вам кажется, что это никому не интересно, вот. Так, понимаете, но если вы общаетесь, да, как бы вам, ну, интересно же друг с другом, ну, правильно? То есть, ну, это теоретически, всегда, да. Ну, не теоретически, как теоретически. Не всегда люди общаются, потому что интересно. Вот, ну, или там, допустим, записали видос, выложили в Ютубе, там, написали, да вы там вообще дебилы, там, да, там, вы такие думаете, блин, надо как бы проанализировать, да, и там комментарии, допустим, вы там дебилы, да, а почему там, да, допустим, да. Не, надо показать. А если человек не отвечает, ты думаешь, значит, может быть, он как бы дебил, да. Ну, да, не, просто если 100 человек написали, что вы дебилы, ну, наверное, надо задуматься. Ну, слушай, нет, дело коллективное, бессознательное, это такая штука, как бы, нет, нет, нужно, чтобы конкретно человек написал, вот, ты дебил, и вот, исправив вот это и это, ты, ну, написано, ты такой пишешь, короче, он там написал, что, типа, там, не говори типа, не говори как бы, допустим, да, вот то, что, допустим, не говори, там, да, и ты такой, о, все, то есть, спасибо, о, учитель, так сказать, да, ну, спасибо постоянный тебе. Анализ и коррекция, улучшение, то есть итерационный метод, все лучше и лучше, по спирали, да, то есть виток прошел, но уже выше, виток прошел выше, виток прошел выше, то есть постоянно, ну, конечно, и до потолка. Есть, да, а потолка нет, в этом потолка, нет, потолка нет, нет. Потолка нет. Ну, как вот, допустим, после там какого-то слоя там стратосферы, там, да, там космос, там, да, и туда вперед, там, куда-то там, да, то есть еще там космос, он еще не исследован, да, то есть мы, то есть, грубо говоря, знание, это вот как бы вот наше знание по поводу космоса, по поводу того, что там Плутон, там какие-то, это там, пояс астероидов, радиатор. Там, да, а что дальше, да, и вдруг человек там начинает, допустим, да, его там, он задумывается, вот мне ко мне пришел человек недавно, там, да, он бизнесмен, там, да, у меня там оборот, там, 300 тысяч, вот сейчас упал, блин, да, там был миллион в месяц, там, сейчас 300, вот, он говорит, Леха, ты там все время такой духовность, там, да, расскажи, там, там, что там Брахма, там, как он там вообще там поживает. Как поживает там. Там, как Брахма поживает. Да, то есть вот человек начинает открывать там книги, там, Брахма Самхита, там, да, допустим, начинает там какие-нибудь там Пураны, там, да, о, нифига себе, да, и это выясняется, что там есть там Шива, там, Вишну, там, Брахма, да, там, Брахма, там, сказать, создает там сознательность, да, там, Шива, так сказать, разрушает, Вишну поддерживает, да, он там это все изучает, там, все эти темы, аспекты, там, да, какие движухи были там 5000 лет назад, там, 10000 лет назад, там, христианство, оно вот 2000 существует лет, да, дают какую-то супер примитивную философию, там, да, как бы, там, типа, страдай и попадешь в рай, так сказать, да, то есть, понятно. Вот. И все это жизненно необходимо для того, чтобы, там, содержать лавку с мясом, допустим. Да, да, да. Или свечной заводик, как это вот, допустим, да, у Остапа, Остап Бендер, да, то есть, да, вот это Ифель Петров. 12 стульев. Да, 12 стульев. Вот. Возвращаемся к детям, да? К детям. Вот дети, да, значит, дети — это очень важный аспект, то есть ребенок — это человек, который действительно, вот он вам скажет, да, он вам покажет, расскажет, но в него нужно вложиться, и нужно понимать, что дети часто, ну, то есть, как бы, новая модель, да, то есть, ну, как бы, если, допустим, там телефон, ну, Nokia, не, вот Apple, допустим, да, там, сейчас будет там iPhone 6, да, он будет более там, ну, все говорят, что, ну, я, допустим, сам бы
почему нет iPhone, потому что он маленький, мне не очень нравится. Если бы он был бы там 6, я считаю, что 6 дюймов это идеальный, ну, как бы, размер телефона. 6 дюймов. 6 дюймов, да. Потому что ты, тебе не нужен планшет, ты как бы реально себя чувствуешь, и это. Ну, по-моему, это не до планшета, перетелефон. А нормально, 6 это вообще идеальный размер. 6 дюймов, 6, да. 6 дюймов, да. Помещается нормально. 7, у меня был 7 дюймов, вот я Samsung себе купил, мега глючный. А? Ноут? Ну, какой-то там, да. То есть я купил его, сразу как бы слил на Авито. Не очень, ну, как бы тормозной, да? Да, фигня полная, да. Вот, ну, мне нравится вот этот, как бы, iPad mini, да, в принципе, ну, вариант удобный, да, то есть там в карман, там, легкий, то есть, да. Но если он еще будет поменьше, давай, и еще будет функция телефона. Берешь, а этот мне отдавай, потому что у меня большой планшет, неудобный. Договоримся. Договоримся. Вообще бизнес это умение договориться. Правильно. Ну да, да, да. Вот. Просто вот и в плане детей еще тема такая, что, допустим, у нас здесь недавно вот с одной моей знакомой, может быть, она даже это смотрит, такой разговор произошел, что вот я говорю, что я хочу, ну, мальчика. Ну, хотя, единственное, я говорю сразу, что я когда брал кота, я хотел девочку. Но пришел, там был только мальчик. Не знаю, как котов можно мальчик сделать, или там тоже кобель, сука. Ну, нет, это вроде про собак только. Я не знаю, мне это даже не так важно. Кот и кошка. Кот и кошка, да. Ну вот, хотел вот кошку, но потом взял кота и подумал, блин, какой я дурак. Кот же это гораздо лучше. Вот, то есть поменял кардинальное мнение. Но я тоже говорю, что я хочу как бы мальчика, но я не хочу девочку, дочку. Вот. Как это сразу? Как это так? Какая разница, надо любого любить там и так далее. Ну, то есть это получается, опять же, не бессознательно, что у тебя нет какого-то четкого плана, что зачем тебе ребенок нужен. Просто ребенок. Женщина, понимаешь, женщина эмоция. Нет, просто разум. Если ты хочешь мальчика, значит, ты примерно представляешь, как ты его будешь воспитывать, что ты будешь с ним делать, там, какие у тебя планы, что ты дашь ему там, и так далее. Вот. А если ты просто абстрактно хочешь ребенка, это как вот абстрактно хотеть машину. То есть непонятно, что ты хочешь, купе спортивное, да, там, чтобы с девушкой ездить, там, пить вино, не знаю, на залив или куда-нибудь там к морю, либо ты хочешь газель, чтобы возить грузы, либо ты хочешь там фуру какую-нибудь, то есть просто машину хочу, просто машину, но это бред, то есть это машина ради машины, никаких целей. Ну да, 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 то есть вот поэтому надо определить, как бы, да, там вот как бы размеры, там, где, да, вот допустим, но это звучит ужасно на самом деле, да, ну действительно, то есть должен молодой человек определить, как она должна выглядеть, да? Девушка-то? Да, и вот спрашивают, а ты любишь блондинок, допустим, или брюнеток, да? Вот, так, она, ну, я тоже понимаю, это бред на самом деле. Ну, бред, да, ну, то есть там симпатичная, там, рост, там, да, что-то примерно там, да. Ну, примерно. Уровень интеллекта, да, уровень социальный, потому что, ну, действительно, вот люди, которые, допустим, живут, ну, там, так сказать, хорошо, там, так сказать, да, им они начинают общаться с людьми, которые живут плохо, скажем так, да, то есть, ну, там, кто там зарабатывает, там, да, немного, да, вот этот слой. И как бы вот, ну. То есть получается, что не о чем говорить. То есть, да, то есть человек не понимает вообще проблем, вот, значит, того, кого ниже, а тот не понимает, а типа, а чего так вот, ну, как бы, да. То есть это уровень, это называется интеллигенция, я считаю. То есть, да, то есть, чем, то есть, ну, понимаешь, да, разное. То есть нужно подбирать себе лучше по уровню и вместе двигаться вверх. Ну, вот уровень, понимаешь, такое понятие, оно комплексное, потому что, ну, доход, это, да, это не единственный критерий, да, по которому оценивается. Не единственный, но в экономическую, так сказать, эпоху это один из главных, к сожалению. Ну, или, ну, к счастью. Да. Ну, знаешь, он, мы, если был бы сейчас коммунизм, мы бы сейчас с тобой сидели, у нас тут портрет Ленина бы висел, да? Мы бы с тобой говорили, там, братство, дружба, так сказать, ну, да? А ты, слушай, а ты там в партии как там, какую там, типа, должность там занимаешь? Ну, да. Понимаешь? Ну, это не партийные ребята, когда, а? Когда деньги столько занимают, ну, такое место в жизни играют. Не очень хорошо, наверное. Слушай, ну, понимаешь, опять же, момент какой, что вот у тебя есть, допустим, вот, вот это тоже одна из мотиваций, то есть человек говорит, что, типа, мне много денег не надо, хорошо, ты жертвуй, да, у тебя есть много денег, построй детский дом, понимаешь, вот, то есть ты реально, это реально польза, а не просто там подойти к ребенку, там, погладить ему по головку, ну, ты погладил его там 5 минут, а ты построил этот детский дом, и в этом детском доме, соответственно, люди, то есть, да, там, понимаешь, да, идею, просто вопрос какой, что богатство, это когда ты отдаешь, бедность, это когда ты берешь. Вот вообще, ребята, запомните эту формулу. Богатство это отдавать, бедность это брать. Если ты бедный, ты будешь все равно брать больше, чем ты будешь отдавать. Поэтому тебе остается вот мало. А богатый человек отдает, он щедрый, у него щедрая душа, понимаешь? Вот. То есть. Ну, люди говорят, да, ну, не все такие там богатые. Ну, понятно, что есть коррупционеры. Мы говорим про предпринимателей, про бизнесменов, про новую эпоху, про новую элиту, про элиту. Вот сейчас, ну, а как же молодые ребята сейчас, да, это элита растет. А? Ну, а как же рационально расходовать деньги? То есть, представляешь, у тебя бизнес, и ты там налево-направо раздаешь. Или ты уже говоришь про бизнесменов, которые там просто... Да, это тон. Рациональное использование денег, это когда ты только начинаешь. Ты начинаешь рационально использовать. Потом ты действуешь другими категориями, и у тебя вот это, понимаешь, уже... То есть, когда ты можешь себе позволить уже куда-то пожертвовать, да? Так нет, понимаешь, ты можешь позволить пожертвовать, если ты хочешь это делать. Но тут, видишь, получается такая благотворительность, тут как тикантовские императивы, категорические, гипотетические. То есть там, к примеру,
ты бабушку перевел через дорогу, да? То есть это этика, получается, этика долга. То есть ты бабушку перевел через дорогу, с виду поступок вроде, ну, хороший, правильно? Вот, но там включаются два момента, из-за чего ты это сделал. То есть если ты просто перевел бабушку, потому что ты понимаешь, что бабушке сложно перейти, и ты ей помог. Вот. А допустим, если эта бабушка, не знаю, ну, она там ректор там твоего института, к примеру, или преподает, да? То есть, да. И ты уже сделал с корыстной целью. То есть с виду поступок одинаковый, потому что кто не знает мотивов, но мотивы, они разные. И в одном случае ты как бы просто хороший человек, а в другом ты, опять же, инвестировал в бабушку. Пойми, просто смотри, что у нас есть два, как бы вот это, то есть ты пойми, что это одновременный процесс. То есть многие люди, они разделяют. То есть есть такое понятие, как вот, допустим, да, вот мозг. То есть одна половина, это, так сказать, дьявол, другое, значит, есть, допустим, такое понятие, как чертеж. Черт, да, корень черт. Ну, то есть, да, черт это вот христианство, допустим, это черти. То есть черти — это люди, ну, то есть это как бы в тебе вот эта составляющая твоя, расчетливая. То есть ты, сука, такой, извиняюсь за выражение, расчетливый гад. А вторая составляющая — это вот это как раз так, вот это женское, вот это, да, то есть там красиво, ты же там самопожертвование, да. Ты пойми, что самопожертвование, но ты можешь умереть вообще-то так-то. А потом у тебя включается мозг, ты такой уже, знаешь, уже под капельницей пожертвовал себя, понимаешь? Ну да. А надо-то жить, как бы, и вот как раз баланс, понимаешь? То есть вот тут вот этот баланс, то есть вот, допустим, есть вот этот буддизм, да? Почему это не религия, почему это просто философия такая, и она вот действительно людей цепляет, зажигает? Потому что там нету лишних догм, да? Там все есть позитив, все, то есть на благо, то есть, да? Если с тобой произошло, проанализируй там, да? Вот есть там какие-то вот, там трактаты там, да? Вот ты изучаешь трактаты не для того, чтобы там сказать, слушай, а там, короче, там, да, Вишну, там, Шива, там все поддерживает, да? Не для этого, а для того, чтобы осознать, понять и вот может быть, это применить. Не может быть, а применить в жизни своей, да, то есть, если тебе Брахма, понимаешь, ты понимаешь, что этот Брахма, он поддерживает, и ты, главное, так сказать, у тебя как-то в жизни сразу от этого лучше становится, ну, зашибись. А если ты там, слушай, а ты Брахму знаешь, а, ну, с тобой говорить нечем, я пойду, короче, там, да. Вот, а очень большое количество как раз таких людей, как бы, да, вот эти все, значит, организации там, да, связанные с этими духовными практиками, они как раз, то есть, для них вот это, эти знания, это инструмент, так сказать, вот самоутвердиться там как-то, понимаешь? А не то, чтобы познать себя. То есть ты познаешь мир, познаешь себя. Ну это я сейчас глубоко там. Ну, то есть читать Ницше уже... для того, чтобы сказать, что да, я так-то Ницше читал вчера. Ну конечно, так люди, чтобы... да, они читают книги, понимаешь? Они гордятся, что я много книг прочитал. Ребята, я очень много книг прочитал тоже. Но мне это пофигу вообще, понимаешь? Потому что я понимаю, что то, что я прочитал, это вообще туфта по сравнению с тем, что, допустим, ты узнаешь там, допустим, через восточное единоборство, допустим, да, или через барабаны, да, то есть ты сидишь, да, начинаешь понимать свои слабые места, ты понимаешь, что у тебя, допустим, вот справа рука плотная, да, левая рука послабее. Ну, у меня сейчас левую тоже подкачивают. Ты понимаешь, что мозг как работает, это практика, да, то есть вы на уровне практики гармонизируете себя, правая рука, левая рука должна работать, ну, примерно в той же самой теме, потому что если у вас много логики и мало вот этой, как бы, составляющей чувственной, сейчас у вас будут проблемы, да, баланс. Нет, ну, у нас осталась минута, это насчет детей-то. Ну, детей надо любить, рожать и ценить, как бы, родителей тоже надо ценить, любить, да, ну, только надо... Опять же, с родителями не нянчиться, да, им тоже иногда надо сказать какие-то вещи, там, да, слушайте, но вот вы были неправы, допустим, да, вот эти обиды, которые у вас есть, вы расскажите о них, да, то есть, вот, ну, я считаю, что неправ, и вы очень, то есть, у вас, как бы, ну, как бы, жизнь, это как комок, как клубок, разматываете, да, то есть, эти комплексы, то есть, ребенок родился, он веселый, ему говорят, слушай, да, ты вообще неправ, там, да, ты вот это, у него сразу, там, да, вот сердце, там, сказать, он его разрезают, так сказать, сердце, да, вот эти взрослые люди. Такая задача, вот вы стали взрослым, да, начните свое сердце, так сказать, залечивать раны там, да, и раскручивать, и как вот там Христос говорил, да, надо становиться детьми, да, оставаться ребенком, да, то есть стремиться, то есть во взрослой жизни оставаться, ну, ребенком. Угу. Интересная концепция, над ней надо подумать.